Здравствуйте. Вот расцвела детка дендробиума, мини-дендробиума нобили, которую мы с вами отсаживали от материнского растения и сажали в горшочек. Посмотрите, какая она красавица. Она белая, с зеленой сердцевинкой. Джамиля, вот такую я вам послала в посылке в Швецию. Когда оно вырастет и станет большим растением, оно очень-очень красивое. Напоминает мне Ташкент в апреле. Не знаю, почему такая ассоциация. У нас очень много вишневых деревьев. И вот они цветут также кипенно. Это растение очень маленькое. Первый год посадки, даже не первый год, а первые несколько месяцев посадки, вот, пожалуйста, оно решило процвести. У нее были еще маленькие бутончики, но так как растение очень молодое, два бутончика она подсушила. Ну, это логично, не было сил. Даже то, что вот она решила процвести тремя вот такими красивыми цветами, и то, это уже достижение. У этого дендробиума нет запаха, но все равно он очень красивый. Мы продолжаем поливать его по мере подсыхания грунта. Удобрять мы не удобряем. Как только появляются бутоны, мы перестаем удобрять. Я давала ей, этой орхидее, удобрение до появления бутонов. И в октябре вообще перестала давать, как и всем своим орхидеям, которые были на улице, перестала давать удобрения. Но она решила не отдыхать, а решила процвести, что тоже очень приятно. Вот такая вот у нас красавица. Как только, еще что я хотела сказать, как только появляются бутоны, если стоят у вас растения в прохладном месте, можете занести в комнату. Место светлое, температуры не очень жаркие, так как если будут жаркие температуры, она сбросит цветы где-нибудь около окна, где довольно прохладно. Вот такая вот красавица. Спасибо за внимание.